Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, и мы продолжаем проходить игру BioShock Infinite. Это у нас 7-я серия по счету уже. Мы сейчас, в общем, попали в локацию, которая называется Сладкое поле. Так, и продолжаем, в общем, доискать, в том числе, проходить игру дальше и искать, в том числе, голософоны. Так, не то я взял, в общем-то. Так, здоровье у нас это максимум, слава богу, все нормально. Межлока чуть поглючивает. Пытаюсь шпал на движущих предметах, наверное, поэтому. Так, ну что ж. Спокойненько идем дальше. Пока не торопясь, пока экшена нету. Так, будем все обследовать. Так, куда нужно идти? А, прямо. То есть, в общем-то, обследуем тогда пока что слева сначала, потом справа комнаты. Чтобы ничего не забыть. Ищем, в общем, голософоны и много чего другого интересного. Так, монеточки. Так, вот отмычка, смотри-ка. Извет может открывать запертые двери отмычками. Понятно, отмычками может открывать двери. Может, ей дать можно. Она чуть не... не смотрит на него. Обидела, что ли. На нашего главного героя. Букер Дэвида. Так. Давай, Элизабет. Не вопрос. Поможешь? Открыл. Ничего такая. Хотя понятно, в общем, понять можно человека. Что только что, в общем, происходило в прошлой серии на сканце. В общем-то, мясорубка настоящая. Так, патронные карабины, дробовик, он пригодится нам лучше, чем пистолет. Сейчас ищем, в общем, голософон. Ух ты. Так, ну какое-то оружие. Мать, монет. Вот, держи. О, спасибо. Спасибо. Так, карабин заменить придется, что ли, да. А, либо автомат, либо, в общем-то, дробовик, конечно. Хотя, давайте возьмем все-таки автомат. То есть автомат заменим. Проверим карабин. Сменить оружие, так, понятно. Ух ты. Мечик 5. Скрыть замок не получится. А, у нас 5 отмычек нужно искать. Пусто все. Так, вот как раз голософончик. Первый. Данной локации. Дейзи Фицрой. В доме Комстока все было просто. Работа изнурительная, но не сложная. Выжать белье, подмести пол. Ха. Леди Комсток даже иногда снисходила до похвалы. Я так глупая думала, что и для меня в их мире найдется место. Господь сотворил глупых девочек, чтобы ему было над кем посмеяться. Да. Это жестоко, конечно, так говорит. Все-таки, возможно, да, там не права точно. Так. Говорится, глупые девочки виноваты, в общем-то, в своих проблемах сами. Как все остальные люди. Так, ну что ж, идем дальше. Ух ты, что такое с рукой происходит? Это за этого эффекта, ага, понятно, из-за его, что в вороне такая рука, птичья рука обращается с перьями. От каждого, в общем-то, это энергетика, а свой эффект с рукой, в общем, что-то происходит мне там, с гипнотизером, зеленая как раз рука, с этим энергетиком она обращается, в общем-то, гори прямо, здесь же это укрывается перьями, нормально. Так, первый голософон нашли тем самым, здесь, по-моему, ничего пропустили, идем дальше, да. Ой, так, экстракт берем. Так, ну здоровье, конечно, прокачивать я думаю не буду. Хотя нас максимум там можно прокачать-то, как видно, до какого уровня-то? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Это 10 уровня, да? Везде, повсюду. Да, думаю, надо прокачать бы, конечно, соль тогда. И да, что-то их вообще не прокачивал. Да, так и сделаем. Выберем-ка лучше. Блеск. О, отлично, немножко увеличили. Эффективность соли, да, вообще. Можно было почаще их будет. Можно было почаще их использовать, этих соли, эти соли. Будем искать дальше экстракты. Надеюсь, найдем все. Можем все прокачать по максимуму-то. А, хотя у нас максимум, да, соли. Так, у нас поэтому одна отмычка пока что, но не хватает 4 отмычек для того, чтобы открыть, в общем-то, как раз вот тот. Да, замок. Нужно 5 отмычек, у нас всего одна. Будем искать. Они будем попадаться будут. Что ж, идем. Нашли голософон, идем дальше. Не застреваем.
Нам как раз ту сторону нужно идти. Теперь сходим туда вправо. Следуем там, что там у нас есть. Потом уже пойдем прямо. Так, нам прямо нужно. Так, вот так, Элизабет, идите тут дирижаблю. Ой, там у нас первая леди. Понятно. О! Ага. Ну да, так-то. Что там у него то длинные обоймы? Хотя может просто кипнуть зер на нем. Шубонетки. Это увеличит количество. Так, а что такое? А, емкость. Погоди, емкость. Пулемет. Так меня все эти оружия уже выкинул. Я их выкинул, все эти оружия. Пистолет. Удлинитель обоймы для пистолета и удлинитель обоймы для... А, увеличенный урон для пулемета. Так у меня этих оружий больше нету. Какой смысл мне их теперь качать, если я их, наверное, даже наверное, не возьму когда больше. Ну, если, конечно, не найду. Если найду, конечно. Потом. С вида оружия. Да. Пока качать мне их нет смысла, у меня этих оружий-то нету. Я, что у меня? Карабин, дробовик. Так, давай на тебя используем гипнотизер. Ты мне монетки отдашь. О. О, спасибо, 922 монетки, отлично. Теперь у нас есть набор отмычек, две штуки. О, так, теперь нужно еще две штуки найти отмычек. Куда мы хотя бы... Так, отлично. Надо будет искать... Солдатское поле. Пророк построил его в 1903 году. Зачем пророку понадобились карусели и аттракционы? Это место призвано приучить детей служить родине. То есть служить в армии. С детства наставь человека на правильный путь, и он не сойдет с него даже в старости. Это ты придумала? Нет. Ну, я, наверное, столько придумал, мне кажется. Так, здесь ничего интересного нету. О, есть это. Конечно, посмотрим. От Финка этого насранца. Город на небесах. Невероятно. Великая леди науки показывает чудеса. А, как раз это вот, да? Когда там лютес, да? Как эта штука летает? На ракетах? На воздушных шарах? Квантовая механика, отвечает ученый. Мы бы назвали это скорее женской интуицией. Конец. Да, приятно, в общем. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, не забудьте. Местный YouTube. Да, пропаганда. Так. Ну что ж, идем дальше. Здесь тогда ничего больше нас нету. Можно теперь дальше. Жалко, ну я думаю, вернемся вот туда еще. Найдем отмычки эти. Еще две штуки и обязательно. Вернемся, чтобы посмотреть, что там, еще один экстракт находится. Тут надо будет скачать, кстати, отмычки обязательно. Еще бы две найти. Может быть вот этот открыть ящик. Который там. Ну отмена. И чё? Это что значит? Ворота закрылись. И как мы собираемся попасть на дирижабль? Давай я попробую вот так открыть. Так открыть. И как тебе? Как ты откроешь? А, ну да, хотя. Готовим дробовичок на всякий случай, потому что вдруг вылезет он там упор. Ага. Северных маловато. Мало ел каши, да? А, нет, нормально мало ел каши. Ваше личное электричество. Кто-то изобрел свое электричество. Оно же еле работает. А, вернуться можно обратно, слава богу. А вдруг я бы хотел бы ящик тут открыть. А у меня вообще-то отмычек пока нету. Тихо-тихо, немножко потормажить будет. Добро пожаловать в солдатское поле. Спасибо. Так, это мат с солями. Вот, спасибо. Огромное. Так, а что у нас сзади там? Да, сзади, конечно, да, ничего нету. Ладно, идем дальше. Солдатское поле, новая локация. Вот она, первая леди. Похоже, она отправляется в док. И над ней мы улетим в Париж. Ну да. Это точно. Так, нам тут нужно идти дальше, дальше, дальше. Держись рядом. Да, мистер Дэвид. Зови меня Букер. О, ладно, Букер. Ну, идем гондолей или еще погуляем? Думаю, в таком месте найдется масса полезных вещей. Ну, давай, я согласен. Пошли. Так, на ту сторону, значит, в общем-то нужно... Так, туда что-то. А, смотри, пока куклы. Я пока пойду схожу сюда. Направо, мороженица, точно здесь у нас очень голософон очередной находится. Так, о, можно посмотреть. Кинескоп. Все посмотрим, в общем-то, будет прохождение такое комплексное. Могучий человек хранит память на наши... Что там? А вот он, как раз, не бойтесь, добрые граждане Колумбии. Ага. Конечно. Но у нас не сабы пока что. Если ты патриот, можешь не бояться славян. Ага. Конец. Да, конечно.
Не бойтесь пока, да. Пока он не сцепит. Пока он не проголодается, он не сцепит вас. Потом будет уже поздно. Боец. А, вот так вот. Так, а здоровик бы надо брать бы. Что-то мы здоровяком ходим-то. Хот-доги для мальчиков, для девочек. И да ладно. Вообще-то он без разницы, кому есть хот-доги-то. Так, вот голософон очередной. Послушаем. Закарик Хелкомсток. И когда я прибыл в Вашингтон, мало кто в Конгрессе разделил мое видение Колумбии. Но такова доля пророка — брать грешников за руку и направлять их на путь истинный. Ибо что я такое, как не зеркало, чтобы отражать... Ты знаешь, зачем тебя наняли забрать меня? Может, хотели с тобой познакомиться? Поучиться у тебя искусству взлома. Но почему тебя? Я вообще ничего не знал про это место. Ха. А я думала, внизу про Колумбию все знают. Видимо, я слегка отстал от жизни. Скажите нет. Так, погоди, дай послушай запись-то. Закарик Хелкомсток. И когда я прибыл в Вашингтон, мало кто в Конгрессе разделил мое видение Колумбии. Но такова доля пророка — брать грешников за руку и направлять их на путь истинный. Ибо что я такое, как не зеркало, чтобы отражать лик Божий? Ну, слава богу, да, слушай. Ну, чтобы все послушали нормально. Так, нет, не будем, конечно, да, чё мы. Мы не хотим же проблем снова. Так что, конечно, неплохо было бы, но просто пообследовать локации было интереснее. Так, а чего здесь можно купить? Нет, ничего нельзя. Вас вообще купить нельзя, что здесь. Что ты за человек, Дэвид? Что делаешь? Я, скажем, свободный художник. Раньше работал на агентство Пинкертона. О таком в резюме лучше не писать. Агентство Пинкертона? Ну да. Так, ладно, идем дальше. Для мальчиков, для девочек. Да, можно и так сказать. Ну, послушаем пока их разговор, к этому, о чем нам говорят. История будет Дэвида Букера. Так, ладно, идем. Нам может устроить шторм. Так, пойди, туда. Можешь сходить сюда, сходи пока что. На, куклу славя. Ну ладно. Да что, вообще дурили. Так, ну туда, вниз что ли надо идти? А, мне вниз, да? Ниже. Ну мы пойдем туда налево, наверх. Потом вниз пойдем. Так, что такое вообще? Какая-то игрушка. Мини-игра. Что, Дэвид, в твоей жизни есть женщина? Она умерла. Как? При родах. И у тебя есть ребенок? Нет. Он тоже умер, что ли? Так, ну ту сторону, да, ту сторону. Так, конечно, пользоваться на этих, наверное, сейчас не будет разум, да, что-то атаковать. Продолжим передачу после минуты молчания в память о жертвах сегодняшней трагедии. Так. О, так, соли. О, отмычка одна. Сейчас бы еще одну, найти, мы бы вернулись как раз назад быстренько. Так, что там у вас, может, монетки все-таки можно? Попробуй использовать, а. Никто не видит. Похоже, с деньгами у нас полный порядок, Букер. Ну да. Сколько у нас-то? А, почти 100 000 монет уже. Сори, пополняем. Можешь, конечно, на том использовать, но я думаю, не буду пока. Так, голософон, пока мы ничем не пропускаем. Ой, что-то я соли, конечно, тратил, не то взял. Да, так-то нам в ту сторону, конечно. Куда так-то? В ту сторону, да? Так, посмотрим, что у нас здесь все-таки быстренько. Ничего не так, мостик, о. Мостик, куда? Так, мы как раз отсюда пришли. Сам голософон не пропустить. Всем, два голософона мы нашли, по-моему, здесь что-то должно быть. Так, мы, по-моему, нужно идти. Так, нам нужно так-то в ту сторону идти. Ходите, так. Да, посмотрим что-нибудь другое. Ну, что? Ничего не пропустим. Так, о. Так, здесь голософон, по-моему, должен быть точно. Что-то местное, колумбийское. О, как я любила эти сказки в детстве. Правда. А, библиотека. Угу, понятно. Так, извините, друзья. Я возьму голософончик.
Послушаем так, Розани дал тест. В детстве мне снился такой сон. Я стою в комнате и смотрю на девочку, которая одновременно я и не я. И она стоит и смотрит на другую девочку, которая тоже одновременно я и не я. Мама решила, что мне приснился кошмар, а я поняла, что физика – мое призвание. Ага, возможно, она еще и себя клонировала, что ли, может, себя. Поэтому там два тест встречаются. Так, что ли, может, или что там, не знаю. Ну... Только клонирую поэтому не себя, как бы, а сделал себя, в общем, того клона, в общем-то, мужского. О, не знаю, в общем, так не знаю, мне так кажется. Мои догадки насчет того, что там два этих лютеса, как бы один тоже человек. Так, ладно, давайте пошли. Лософон нашли. Очередной. Это спит что-то. Так, нам в эту сторону, да? Как бы нам в эту сторону, да, туда. Вниз. Пока спокойно идем. Так, а нам кто? Нам как бы да, в сторону, в ту сторону. Здесь, конечно, много чего можно пообследовать. Мы, говорится, сплутаешь попросту. Здрасте. Чего тебе? Игрушки держи продаете? Руки на виду. О, а здесь нет голософонов. Ненароком. Так, угу. Так. Посадив там. Мистер Дэвид. По-моему, это не то. Кому если мы тогда нашли три голоса вон, которые должны были найти. Ой, извините, не буду еще трогать. Просто неинтересно. Красиво здесь все. Вы выбрали наш лучший товар. Еще дробовик можно взять. Есть еще модель. Красота, просто так, а? Да. Нет? Механизм затвора рычажный, но рычаг. Да, конечно, красиво. Нет, не будем еще трогать ничего. Но там еще так что начнется, но я не хочу просто. Как хочешь любоваться с этими локациями. Так, нам. Ту сторону, да? Так, пошли-ка. Побегаем немножко, погуляем. Да, так-то мы там все уже, наверное, обследовали. В общем, походим здесь, посмотрим. Пока есть такая возможность. Так, нам ту сторону, да? Давай туда посмотрим. О, парик. Каруселики. Что? Да вот, представила тебя. На карусели. Парик, каруселики кататься. Кататься на них нельзя, конечно. Наверное. Мне ее дали, честно. Раньше я таких никогда не курил. Кури сколько хочешь, приятель. Я не жандарм. Ну да. Спасибо, сэр. Ну, в общем, ты знаешь, что вредно для здоровья-то. Так что поменьше. Лучше или вообще откажись от такой пагубной привычки. Сказать бы этому муженечку. Так, ну да, идем дальше. Так нам. Все, мы так посмотрели. Информация. Посмотрим только за углом, куда идти, чтоб потом. Ну да, так-то все это везет, в общем-то, сиди дороги-то в одно и то же место. Здесь как бы из разницы может. А вот краслужи, который можно выйдем поджечь. Она говорит, при помощи бомбочек. Ты готов? Мисс, отведайте прекрасные сладости. Сахарную. Так, вот мы обратно пришли. В общем, пока мы нашли три голософона, самое главное. Три голософона нашли. Пока ничего не пропустили, слава богу. Так, нам снова куда-то в ту сторону. Ну да, так-то нам в эту сторону нужно идти. Чтобы попасть на дирижабль, надо каким-то образом вызвать гондолу. Судя по всему, это ее панель управления. Так, ну давай потянем рычаг, попробуем. Или сейчас начнется экшон, как только мы это сделаем. Ой-ой-ой-ой. Похоже, что без этого шок-шокея не заработает. А, отлично. Разумеется. И где мы, интересно, его возьмем? Гляди! Узрите энергию будущего в зале героев! Ага. А, ну, очень кстати. Так, найдите же к шок-жокею в зале героев. Ага, понятно. Наш... Да, очень понятно. Красот. Кварковой ты. Что случилось-то? Так, нам воротните, да? Угу. Ну, в общем, да, про так раз этот, в общем, Шуржаки мне, по-моему, как раз писал Dark Rider под ником пользователь, что можно, типа, сам этим энергетикам будет, в общем-то, воду как раз, по-моему, такую нет, ну, в общем, какую-то воду попадать, по-моему, да, это водичка у нас, воду как раз, по-моему, попадать этим Шуржаким, и людей будут бить током. Самое главное, но самое главное, чтобы, в общем-то, мы не наступали на этот же, на воду. В общем, прикольный такой энергетик, пригодится, думаю, да, скоро мы, наверное, получим. Так, куда мы отправляемся-то? Зал героев.
Найдите шубжаки в царь героев. Так, куда? Так, теперь у нас отмычка, 4 отмычки, пока маловато. Нам нужно все-таки пятую. Слышь меня. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Так. Да ёпрста. Да, не очень хорошее оружие, конечно. Так, плохо дело. Так, надо быстренько. Ой-ой-ой-ой-ой. Букер, лови! Отлично. Спасибо. Молодец, конечно, она неплохо работает. Подружечка, молодец, Элизабет, молодец. Где вы там? За ним, быстрее! Получай. Это все, да ё просто. Но это плохо, конечно, да, щит надо восстановить, щит восстановить. Так, куда прорваться нужно? Туда. Надо со всеми врагами разобраться по-быстрому. Так, где это еще враг-то? Все закончилось, что ли? Так, нам куда идти? В ту сторону? Так, а это что-то... Погоди, мы так-то здесь, по-моему, были-то. Ну, конечно, неожиданно, да, вот враги вдруг появились. Так, все, в общем, все, хотя бы все жители испарились. Убежали, слава богу, а их, в общем-то, стрелять не будем. Хорошо, конечно. Эти военные вообще дурили. Местный тим. Солчи, работающий над Камстока, который пытается убить нашего главного героя, помешать ему забрать. Так, что такое? Пулемет. Ну, конечно, без кинетовка неплохо. Так, а к этому прицелись там. Хотя, может, да, за это. Конечно, снайперская винтовка это неплохое оружие. Дровик тоже неплохой, такой мощный. Получше, чем пистолет. Почему? Пока оставим эти два вида оружия. Здоровья восполним. Вот такая перестрелочка у нас получилась, неплохая такая. Не знаю, пистолет пулемет отменять мне. Или оставить винтовку все-таки. Хотя, конечно, постреляли мне немножко из винтовки. Нет, все-таки возьму-ка я лучше пока. Все-таки оставлю. В общем, пистолет пулемет лучше оставить. Винтовка все равно у нас будет, думаю. Помощнее будет, получше оружие. Так, да, у меня нету солей, чтобы денежки. Хотя можно пополнить, конечно. Вот 2013 уже монеток. Так, можно аптечку, да, восполнить. Придется потратить все-таки. Потом подкупим, ладно. Припасы, конечно, не полные к этому карабину. Сок всего-то. Да, кошничка. 862 монетки все равно накопим, думаю, для прокачки. Хотя будут. Эти карабины столько мне это может поместиться. Я дрова, по-моему, не карабин. Я, конечно, не то, наверное, потратил монетки на дробовик вообще-то было, наверное. А вот дробовика-то. Пулемета. 140. Ну ладно, еще монетки накупим как-то. В любом случае. Тогда возьмите мне монетки. Спасибо. Ну хоть сколько-то возместили. Так, ладно, куда мы найдем-то? В ту сторону. Шужаки нужно найти. Нашла деньги. О, забирай. Так. Спасибо. Спасибо. Угу. Огромное тебе. Ладно, идем. Зал героя временно закрыт. Поцелуй. Блин, напугал меня тут. Так, а вот и лифт, да? Понятно. Ну что ж, поехали. Что за черт? Что-то не так? А, пустяки, я все починю. Еще лифт.
Пчела, я ненавижу их. Просто прихлопни ее. Нет, она ужалит. Элизабет. У меня есть идея получше. Я что ты делаешь? Разрыв. Твою мать. Что это? Это разрыв? В своей башне я все время их открывала. Что такое разрыв? Ну, это как окно. Окно в другой мир. Как правило, там нет ничего интересного. Полотенце другого цвета или чай вместо кофе. Но иногда я вижу что-то потрясающее. И достаю. Так, быстрее уходи туда. Да. Вот. Бог мой. Может, у тебя там еще и дирижабль найдется? Это вряд ли. Но там есть нечто... Нет! Закрывай. Я пытаюсь! Закрывай! О. Да. Я не вполне уверен. Но все выглядело так, как будто нас решили побыстрее отправить на тот свет. Вдруг я помогу? Что бы там ни было, я справлюсь. Верь мне. Как хочешь, дело твое. Так, куда мы-то? В ту сторону. Так, мы попали, в общем, видимо, этот какой там город-то называется. Зал героев. Так, ну что ж, ладно, идем дальше так-то. Попали в зал героев. Так. Куда он может идти? В ту сторону. Так, будем все обследовать. Обязательно. Так. Ну, вы все завалены. Так, начать демонстрацию. Ничего-то демонстрации, честно. Колени преклонил пророк, и Бог ему тотчас изрек. Эдем, парящий средь небес, славнейшим станет из чудес. Так. Понятно. Ладно, идем дальше. Так, можно нам в ту сторону идти, да? В общем, все будем исследовать. Так. 50 солин пригодится. Так, давай дверь открывай. Ах, придется отмычку пользоваться. Хотя мы туда мы еще, наверное, вернемся. Но может, чтобы мы накопим 5 отмычек-то. Всего 4. Хочется открыть. Давай. Сейчас. Ай, да, придется тратить. Одну. Жалко. Купим 5 отмычек. Так. Там турели, кажется. Я вообще останавливаюсь, будем не торопясь. Вот и все. Фу. Турелька, блин, ловушка попалась мы. Так, где-то еще здесь, по-моему, будет такой голософончик у нас. Нормально все. Что, нашла, что ли? Нет. Так. Интересно. Да, турели здесь расставили, конечно. Так, где-то вот голос, по-моему. А, это у нас это. Да, это у нас решение новое. Так, ну понятно все. Что у нас там, шляпа с контролем скорости, улучшает торможение и ускорение на аэротрассе. Ага. Ну, давай наденем. Пригодится. Так. А вот и голософончик. Так, послушаем. КПТ Корнели Слейд. Десятка лет я тянул солдатскую лямку. В каждой стране, где я побывал, стало меньше народу. Я никогда не питал ненависти к врагам. До сего дня. Комсток. Он сделал из моих сражений водевиль, а себя представил белым рыцарем. Я призвал его к ответу, а он сорвал с меня погоны. Этот человек никогда не видел настоящей войны. Но увидит. Капитан Канари Слейд, видимо. Так, ну, карабин, конечно, брать. Но пока нам автомат пригодится. Карабин потом заменим. А, все-таки автомат будет поскорострельнее. Еще, в общем, один ящик, зараза. Если вот этих отмычек. Тоже, конечно, искать эти отмычки, но вот... Это их, конечно, не так легко найдешь. Так, это снова то, что мы услышали до этого. Так, нам в ту сторону, да? Ага, понятно. Сейчас, погоди.
Надо справа сейчас сходить посмотреть все, что есть. Так, патроны к чему-то автомату. Нифига себе. Так скинули-то. Так. Это у нас сломан, видимо. Да, может, конечно, поджечь это какой-то. Так, вот отмычка. Так, четвертое возместили. Может, сейчас еще найдем все-таки пятую отмычку и откроем эту дверь. Замочим его! Да кто ты? Вот зараза. Сами начали. Так, у вас отмычки нету, нет, друзья? Патроны примета, да, Валерь, спасибо за это. Вот, держи. О, монетка, отлично. Так, патроны пулемета, как раз для автомата, да? Для автомата патроны. Ну что ж, здесь ничего полезного нету, как бы. Никаких голософончиков не нашли. Один первый голософон мы нашли в локации. Ладно, идем дальше. Так, посмотрим, что у нас здесь. За этой дверью. А, так, вот здесь кто? А, это женский. Без губок я зашел, в общем-то, неожиданно. А, там охранники, в общем-то. Хотя, слава богу, никого нет. Похоже, именно они производят этот шок-жокей. И как им только не стыдно. Ну да, точно. Здесь никому не стыдно. В этом мире, в общем-то, без шоков никому не стыдно. Не за, в общем, расизм, не за там все остальное. Не станет их энергетиком, не там подобные всякие. Так, о, что там блестит, возьмем сейчас. А, что такое вообще интересно? Как раз шок-жаки есть. А, дикий мустанг, это у нас новый какой-то энергетик, вот там потом посмотрим. Так. Дикий мустанг берем. Что держится? Помню, чуть не помню точно. Что он дает этот энергетик по силу вам героя. Попробуем, посмотрим. Ух ты! А, подбрасывай противников. Ох, жесть. Чувствуем про своего бедного героя. Сколько уже метаморфоз происходило. Руки сгорали еще дотла. Нажмите, чтобы подбросить врагов в воздух. Ага. Зажмите и отпустите, чтобы создать ловушку гейзер. Ну понятно, это как обычно все. Пока мы понять противника в воздух, а зажать этим отпустить пока им, чтобы поставить ловушку дикий мустанг. А, подбрасывать противника в воздух, понятно. Очередной, в общем, попробуем используем потом. Ух ты, сколько у нас, в общем-то, можно раз использовать, видимо, этот. Это два раза, да? Понимаю, может использовать. Это уже, наверное, где-то 4 раза, что ли, нет? По этим делениям понимать можно. Или это не так кажется. Может, деление как раз означает, что у вас можно использовать этот. Да, наверное, как раз есть. Деление, вот как раз деление такие черные полчики, это означает, что столько раз можно использовать, в общем-то, этот как раз энергетик. В общем, это как раз это два раза можно использовать этот. Ну, если так понимаю. Этот раз, два, три, четыре, пять раз. Это раз, два, три, четыре раза. А это примерно 3, 4, 5, 6, 7 раз, где-то, наверное. По этим, по черным полочкам, разделяющим, которые-то. Ладно, идем дальше. Так, плохо дело, враги. Может, кто-то постылся? Плохо дело. Так, винтовка мне пригодилась бы, конечно, в данном случае. Пойди. Пойду возьму винтовку быстренько, потом автомат за меня. Пока есть возможность. Где там было это оружие-то? Нет, с той стороны, по-моему, да? Погоди, да, посмотрю-ка. Так, или не здесь была винтовка-то? Где это была винтовка, можно было взять? О. Да, в общем-то, попробуем издалека. Пошли-ка. Сукин сын! Ложный пасты! Пусть ближе! Готов? А кто там вы? Да.
Ну, щит пока неплохо используется. Так, что у нас там? Обин. Да, конечно, не очень-то за река стрелять не очень удобно, так это слишком дикая, в общем-то, скетас. Что-то использовал не вовремя. Энергетика-то, блин, так, где этот гаденыш-то? Готов. Чё, всех острелили? Смотри-ка, не забывайте пользоваться энергетиком, ну туда. Так, плохо дело. Это что же за... Кто это? Так, ну пора заканчивать серию, конечно. Блин, а кто это вообще был? Какие-то ворны слетают. Кто там вообще, не пойму, а? Вот, еще что накопили. Так, где-то турель, что ли, какая-то? Берегись, ворон! Так, не, дружище, ну где-то? Стоп, погоди, тихо. Так, может поджечь получится. Чё, разорой, конечно, нас маловато. Так, где-то турель ещё при этом. Если подумать, в подобных передрягах эти были разрывы не помешают. Надо, чтобы рядом был разрыв. Я не могу брать людей из ниоткуда. Чёрт, турель. Так, мне уж, конечно, патрончику немаловато. Так, ладно, сейчас сходни, потому что сходни бы добраться неплохо было бы. Так, дробовик взять. Да, дробовик давай. Пора. Все-таки дровой помощи не будет. За река, в общем, автомат у нас есть. Да, немножко не успел, не туда точно кинул, конечно. Нам ту сторону нужно. Там у нас турель, да? Плохо дело, как-то нужно с ней разобраться. Может, все-таки винтовка против разобраться-то. С этой турелью. Лучше, чем будущем. Патронов маловато к ней. Ой, тихо. Сейчас попробуем сделать все это. Да блин, а? Давай восстанавливай щит. О, ох, не то сделал. Кинул бомбочку. Так, ну нужно, в общем-то, ту сторону идти. Мы сейчас ходим-ка сюда все-таки. Кто он такой? Пророк. Кто этот шарлатан? То, что вы видели сегодня, только начало. Закари Камсток услышит нас. Да, хилочки там перебили. О, отмычка. О, пятая отмычка, сможем ящик открыть тут. Все, вернемся быстренько. Ну, думаю, что мы сделаем так на следующей серии. Пока, думаю, это закончим. Нашла деньги. О, спасибо. Монетку. Ох, сколько. Ох, молодец. 1300 уже. Прокачать мы, думаю, сможем скоро. Бука, иди сюда. Так, используйте раковину. Такая, что такое за карта у них там? Ничего нет, интересно. Ну, да, в общем, думаю, пока... Шифровка. Послание от Гласа Народа. Ну, младший взломщик. Что там у нас? Не знаю. Где-то должна быть книга-ключ. Помните, надеть ключ к шифру. Эсбет может взломать шифры и стать тайником народников. Найдите шифровку и книгу-ключ к тайному коду, чтобы добраться до спрятанного сокровища. Ага, понятно. Шифровку мы этим сам нашли, да? И книгу-ключ нужно найти тайного кода. Понятно. Будем искать. Найдите ключ к шифру. Обязательно найдем тогда. Думаете, будем заниматься уже в следующей серии так-то. А пока что на этом закончим. Вот эта серия, в общем, 7-ю серию прохождения игры BioShock Infinite. Увидимся в 8-й серии. Надеюсь, что понравится данное видео. Если вам понравится это видео, если хотите продолжение данного прохождения, то ставьте лайки обязательно. И оставляйте комментарии, все мнения, точки зрения насчет моего прохождения, моих комментариев, свои советы по прохождению данной игры.
И, в общем-то, свои впечатления, когда проходили эту игру в первый раз, до просмотра моего видео. А это пока что все. С вами был Михаил. Всем удачи. До скорых встреч. И всем пока. До скорых встреч.